Страны СНГ имеют достаточный потенциал, чтобы создать и собственную систему взаимных расчетов взамен межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил генсек сотрудничества Сергей Лебедев в Москве на полях экономического совета и форума стран СНГ. И о том, что для стран сотрудничества альтернативы SWIFT лишь вопрос времени, говорят и темпы роста кооперации, в том числе в рамках блоков ШОС, БРИКС, АСЕАН и ЕАЭС. Какие прогнозы дают эксперты общей евразийской экономики, узнал на форуме наш Субкор в Москве. Кооперацию в Евразии уже не остановите. Если раньше еще были в повестке вопросы противостояния санкциям, то сейчас на переднем плане масштабирование экономических проектов СНГ до величины еще более крупных объединений в Евразии. И причин в эксклюзивном комментарии CGTN генсек СНГ не скрывает. КНР придает мощный импульс всей кооперации. Ну, Китайская Народная Республика, всем известно, занимает очень значимое место в мире во всех отношениях, и в политическом, и в экономическом. Кроме того, она является, собственно, самым крупным членом Шанхайской организации сотрудничества. В этой связи Содружество независимых государств, все структуры сейчас активизировали взаимодействие, устанавливают, поддерживают и развивают контакты со странами Шанхайской организации сотрудничества. Среди 14 пунктов повестки экономического совета СНГ все то, что сегодня заставляет интенсивнее вращаться экономические механизмы на постсоветском пространстве. Ну, например, делегации обсуждают, как и что делать с теми барьерами, которые возникают во взаимной торговле между государствами. И если здесь, на совете, это в какой-то степени больше сверка часов, то все более конкретно обсудить можно в рамках международного экономического форума СНГ. Это уже вторая часть этого большого экономического дня. Российский вице-премьер Алексей Аверчук на пленарке, как представитель страны-председателя СНГ в этом году, конкретизирует положение вещей. С нашими партнерами по Шанхайской организации сотрудничество также, который год работаем в нестандартных условиях. Экономические последствия массовых односторонних ограничительных мер затронули регион ШОС, подорвав цепочки поставок и производства, увеличив стоимость логистики, создав препятствия для обычных бизнес-процессов. Тем не менее, организация доказала свою способность противостоять новым вызовам и внешним шокам. Об этом говорит и торговая статистика. В 2023 году объем товарооборота увеличился по сравнению с показателем за 2022 год на 24,3%. Называет зампред российского правительства и приоритеты по линии СНГ. На первый план выходит углубление деловой кооперации, формирование новых цепочек производства и поставок. Другая немаловажная цель – развитие инфраструктуры независимого рынка. И тут, как уточняет генсек СНГ, страны Содружества уже имеют достаточный потенциал, чтобы создать собственную эффективную систему взаимных расчетов вместо SWIFT. В других блоках также идет наращивание объемов кооперации, продолжает председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакиджан Сагинтаев. Еще одним важным направлением международной повестки ЕАЭС является сотрудничество с другими ведущими региональными объединениями континента АСЕАН. Секретариатом АСЕАН ведется системный диалог с правительствами ряда стран АСЕАН, как Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Мьянма и Сингапур. Комиссия успешно развивает взаимодействие в рамках двусторонних форматов. Большое значение придают страны СНГ и развитию в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС проектов в транспорте и логистике. Создаваемый коридор «Север-Юг» – важное звено инициативы Пекина. Один пояс, один путь. Партнеры КНР в Евразии ощущают на практике стремление Китая к равноправию в процессах. И такая торговая политика воспринимается бизнесом позитивно. Максимально позитивный отклик, понятное дело, с учетом внешних ограничений для глобальных китайских партнеров. Тем не менее, мы в диалоге. И во всех этих направлениях у нас там абсолютное понимание и сотрудничество. Сотрудничество с Китаем у нас, конечно, страна СНГ, но многогранно. Здесь однозначно, потому что Китай присутствует во всех сферах. От промышленности, да, начиная промышленность, туризм, значит, логистика, безусловно. Да, и мы это видим. Мы видим и те проекты, которые они реализуют в других странах. Это Киргизия, вот мы знаем проекты Узбекистана. Да, поэтому мы знаем, что вот сегодня по промышленной кооперации, сегодня интересную статистику дали, в России вырос рынок аж в 60 раз, на 60% рынка, это сегодня китайский автопром.
Вот, это о чем говорит, что Китай занимает существенную долю рынка стран СНГ. Да, и это наш ближайший партнер, это, конечно, один из больших партнеров ШОСа. Вот, и нам придется взаимодействовать, нам нужно взаимодействовать, нам нужно укреплять наше сотрудничество, развивать это сотрудничество. Вот, и мы это будем делать. И КНР работает не только в своих интересах, но и в общих. Так, например, в 2023 году торговля между странами-членами СНГ достигла за последние 8 лет максимума за всю историю Содружества. Рост более чем вдвое, с 56,7 миллиардов долларов до 118,7. И только одна страна СНГ остается за бортом. Среди стран СНГ товарооборот идет... То есть семимильными шагами он увеличивается между странами. И за исключением только одного государства из бывших стран Советского Союза, это Молдовы. И я думаю, и мы убеждены в том, что мы очень много, я говорю непосредственно о Республике Молдова, очень многое теряем. Потому что мы просто упустили вот этот вот огромнейший потенциал. Следующая рабочая встреча экономического совета СНГ пройдет 21 июня в Москве. И о чем можно говорить с уверенностью уже сейчас, это будут точно еще более впечатляющие цифры. Евразия становится настоящим локомотивом в мировой экономике. Дмитрий Маслак, Егор Кузнецов, CGTN, Россия, Москва.